Привет, друзья! Сегодня уже 26-е, да? 26 апреля 23-го года. 22-го хотел сказать. Все еще в прошлом нахожусь. Так, друзья, помните, какое было вчера море? Море было грязное. Сегодня оно успокоилось, и оно идеально чистое. Вчера мне такую истерику подняли. Сказали, ой, еще и не сезон, а море грязное. Вот, что делать? Какой ужас, что весь берег чистый, а вот в архипелаге грязный. Ну вот якобы такой вот контекст был в этом заявлении. Ну посмотрите, вот сегодня все осело. Идеально прозрачная чистая вода, вот чистый пляж, его тут разгребали вот тракторами. Разгребали тракторами, и в общем уже практически к сезону он готов. Отвечаю также на комментарий, что улица шоссейная какая-то. Вот, друзья, не знаю, может быть, мой косяк. Но я не знаю, где улица шоссейная в Архипелаге. Вот, что она якобы не уставленная пальмами. Вот, я не знаю, что там за пальмы должны стоять, и стояли ли они раньше. И что якобы нашей администрации там трудно и дорого поставить эти пальмы по улице шоссейной. Я не знаю, вот, ребят, честно, где улица шоссейная. Я знаю, вот здесь вот пограничная, дальше идет кирпичная. Вот, следующая там вот, которая возле ежика, улица Гоголя. Вот, здесь вот школьная, там улица Курортная и переулок Глухой. А где именно улица Шоссейная, вот, честно говоря, надо на карте посмотреть. Может быть, я и найду улицу Шоссейную. Что там за улица такая интересная? Надо будет хотя бы посмотреть. Вот. Потому что мне такая улица неизвестна. Сегодня тоже есть несколько человек на пляже. Ну, люди отдыхают, в общем-то. Люди отдыхают, сегодня очень жарко, где-то 25 градусов тепла. Вот там даже по набережной ходят люди. Голуби. Здесь наши братья из, наверное, Адыгеи или откуда-то. Ну, мусульмане, в общем. Кормят голубей. Сегодня уже поспокойней, уже хорошая погода. Лаки, жарко, где-то 25 градусов тепла. Пойдем, Лаки, пойдем. На Санаторском пляже тоже, видите, люди есть. Тоже уже загорают, потому что солнце припекает хорошенько. Так, я одел вот такую вот толстовку на себя. Ну, в общем, зря я ее одел. Надо что-нибудь уже потоньше сообразить. Зимой, конечно, это она спасает очень хорошо. Зимой, осенью, ранней весной. Но сейчас она уже как бы не пригодится. Вот так вот. Вот люди загорают. Даже, скорее всего, купаются.
Там кто-то сидит на волнорезе. Двое. Две девушки. Да, вот. Море чистое, идеально чистое. Ну, почти идеально. Вот тут вот даже рыбки. Сейчас покажу. Если они от меня не уплывут. Не знаю, видно, не видно. Нет, скорее всего, было не видно. Но они вон туда поплыли. Зумить я не буду на этом смартфоне. Это оживший мой S21 Plus Samsung, который очень хорошо снимает и очень хорошо все фотографирует. Вот такая вот у нас погодка, друзья, в Архипке сегодня. Люди загорают. Такое вот начало сезона. У нас апрель, конец апреля, начало мая. Скоро майские праздники. Мы договорились встретиться всей семьей, наварить шурпы. Вот. И в казане, в общем, ну, в моем исполнении. А там посмотрим, как и что. Если буду варить, постараюсь, не обещаю, вспомнить, записать видео, как я это делаю. Ну, спасибо всем за внимание, друзья. Такой прекрасный денек. Всем пока-пока.